Всем привет, ребята! Как у вас делишки? Так, звук, подождите. Звук PlayStation. Вот. Мы с вами, как обычно, играем в Days Gone. Я сегодня по-другому установила свет. И мне очень нравится, как это все сейчас выглядит. Mass Effect я пока не буду вообще трогать. Потому что я считаю, что эта игра не для стриминга. Вот. Там очень много диалогов, и я бы хотела полностью в них читываться, не хотела бы параллельно разговаривать. Вот, собственно, да. Там реально очень много диалогов. Блин, мне так нравится этот цвет. Я вообще так кайфую. Просто поставила еще одну лампочку. И все, маленькую. Короче, еще есть... Хуй знает... The Last of Us я планировала и Red Dead Redemption, но чё же вас так не устраивает? Days Gone, Ведьмаке, да, так я же их все знаю, я эту игру проходила. Подождите, вот что мне мешало, я думаю, откуда идет звук. Вот, потому что когда заряжаешь DualShock, вот этот вот, он произносит почему-то такой непонятный звук. В общем-то, да, в общем, да, возвращаемся к нашим баранам. Что у нас по плану? Как-то по-другому сегодня все. Не знаю почему, такое ощущение, что все что-то как будто бы очень близко экран. Вот, я это поняла. Точно. Да. Все, что у нас тут? Воспоминания. Заехать за Сарой в обеденный перерыв. Ага, воспоминания. Все какое-то реально большое. Очень странно. И непривычно, и не знаю почему. О! У нас тут блокпост, помним, да, об этом? Мы сейчас вот эту миссию пройдем с вами, поедем, конечно же, на блокпост. И вчера, кстати, должны были туда еще заехать, чтобы получить опыт. Вчера я поняла, что мы вообще не прокачаны для здоровых зомби, и нам срочно нужно прокачиваться. Слушай, да, я прошла, наверное, 50%, даже, наверное, больше. Мне кажется, 60%. Вот, киберпанк, не, я не буду проходить киберпанк. Блин, я не знаю почему, но как-то реально все такое большое. Непривычное, я не знаю почему, микрофон мне максимально мешает. Ну, загляни позже. Так, все ли мы купили? Подожди, я зачем-то сняла, да, надень, пожалуйста. Особое оружие, а что это у меня нет особого оружия? А, ну потому что мы вчера стреляли из пушечки, которую нам, видимо, блядь. Который нам, видимо, никто не оставил. Дик, а чем вас не устраивает... Не Блэр, как сейчас. Поживаешь? Чем вас не устраивает Days Gone? Это моя любимая игра, вообще-то. Блять. Сука. Так, все ли работает? Все, вроде нормально вот так теперь. Like a boss. Sitting like a boss. А, лягушки квакают. Так, что у нас тут есть? Все у нас есть, короче. Основное, вот, особое. Арбалет, короче, вот этот. Он намного больше урона приносит, чем снайперская винтовка. Но я выберу снайперку, пожалуй. Что там было написано сейчас? А, пополни боезапас. Да. Привет-привет! А как у вас дела? Как что настроение? Вот мне интересно. Все. Пиздец, просто дофига урона сносит, и темп стрельбы, он, наверное, такой. Я, кстати, надела кольца, но их не видно здесь вообще. Это я сейчас поняла. Ладно. Поэтому, если они мне будут мешать, я, пожалуй, их сниму. А, у меня новая кружечка, так что вы знаете, что делать вот в комментариях. Сцепление. Слушай, да знаю я, где сцепление. Я не поняла, тебя учить или нет? Короче, еще хотела сказать, что... Я знаю. Я знаю, что я обещала ежедневные стримы, но так как я работаю сейчас практически каждый день, у меня просто нет физической возможности это делать регулярно, но стримы будут через день. Это 100%. Да, и я знаю, я когда второй раз начинала проходить, то есть я когда стримила, я уже третий раз проходила, между прочим, поэтому мне было пофиг на диалоги, вот, и я их вообще пропускала, даже я помню, что я хотела сказать, блядь,
Ну вот, да, и когда я даже второй раз проходила, у меня вообще просто взахлёб. Я каждую миссию смотрела, всех убивала. Вот, и всех убивала. Это, кстати, интересный такой факт. Я не знаю, почему я решила это сказать, блядь. Короче, проходила каждый квест, и мне очень нравилось. Вот. Вообще-то, знаешь что? Я смотрю, кстати, вот эти вот диалоги. Честно, не знаю, мешать работать. Назвать вот это feeling moment. Пришлите ребят к воротам. Ради тех, кто не играл в Days Gone. Ты как со мной разговариваешь, слышишь? Я сказал, уезжай. Я пытаюсь донести. Я приехал за... Читать не умеешь? Warning, restricted area, use of deadly force, ля-ля-ляй. Какая тачка. Вот наша Сара любимая. Что происходит? Простите, мисс. Cloverdale Security. Да, он со мной, он со мной. Простите, мэм, я не знал. Все в порядке, честно. Мне закончились линзы, и я думала, что я сегодня буду стримить в очках. Вот, но потом я нашла у себя в запасе еще три. Они лежали просто в другом шкафу. Вот, заказала себе новые. Слава богу, что они от нас не ушли. Я вообще не знаю, Акувью это точно не наш бренд. Как? А, то есть нам. А, я думала, нам нужно просто на газ давить и сразу будет. Но нет, нам вообще ничего не надо делать. Тебе что, Саша? Аккуратнее переключай. Так, помните, да, что я хотела быть режиссером, и я сейчас буду снимать некоторые сцены в игре. Вы, конечно же, оцениваете. Так, вот этот план, потому что ниже нам не позволяет камера, вот этот план убогий. Это еще убойственнее. Ну, вот так вот примерно, да, вот так хорошо. Да, бухарь с парнями хотят сгонять под кружную тюрьму. Да, у меня будет уже 60 линз, честно, для меня. Потому что, как он бы, 30, не дай бог. Я знаю, знаю. Я уроню, наверное. У меня потому что длинные ногти, и ногтями вообще, с ногтями неудобно надевать. Я, наверное, куплю такую штучку. Не знаю, продается ли она у нас в России, но я думаю, да. В общем, которая... Ты на нее насаживаешь линзочку, и вот так глазику подносишь, пим, и она прилипает. Вот, но у меня своя технология надевания линз, типа я ее валяю в руках, пока она полностью не высохнет, чтобы она не прилипала к рукам, и потом уже надеваю. Ну вот. Сара, ну как ты ездишь? Как я тебя учила ездить? Ну господи. О, спасибо. Спасибо. И это еще свет, кстати говоря. Я не знаю, как мне это удалось, но это просто потрясающий свет. Мне очень нравится. Ну, еще потому, что у меня цветная одежда и камера, именно вот эта камера. Так как мне ее не настроить на Маке, так как нужны драйвера, а драйвера можно установить только на Винду, а у меня Мак. Я не могу ее настраивать, и, соответственно, от цвета одежды зависит цветовая коррекция всей картинки. Это такой бред. Ой, спасибо, кто-то помнит. Нашивку. Так, опять болтовня, короче. Ты что? Ну, Мэр. Стой, ты ушел. Я, кстати, до этого никогда не слышала такое слово. Ой, спасибо, да, микрофон, он тоже делает свое. Я просто его обожаю, это просто потрясающий микрофон. Был вариант еще купить красный, чтобы он только красным горел, но так как я TikToker, streamer, and I like everything bright, I decided to buy this one. Everybody is understanding me right now? Спасибо, что спасла мне жизнь. Надо придумать, как изображать этот смайл. Знаю я про сцепление. Так нормально, да? У меня Снорлакс отдыхает в той комнате. Как думаешь, твои так, родители в общем, продолжаем приедут? Снимать. На свадьбу? Не знаю. Можно вот их там голову показать, сделать типа акцент на пейзаж, мне на кажется, леса, что равно, место, в котором они но живут, оно такое... Скажешь? Без цивилизации особо, без загрязнений воздушных. Вот этот ракурс, кстати, неплох. Вот, что ладно. Если вы прибудете в данную область, в данную арею, так сказать, да, вижу. То так как здесь есть поехали. И горы, вы будете дышать свежим воздухом и не будете, будете а меньше болеть. Кто-нибудь из них приедет или они на тебя как это так?
Не держу. Не знаю. Я думаю, никто из них уже давно не бывал в церкви. Так, мы продолжаем. Тем более, снимать. Ты же не хочешь, чтобы перед часовней выстроилось 27 Харлеев? Да? Скелетом знаешь, лошади или коза? Это, наверное, лошадь. А, ну ладно. И розы. Ну, дизайн мне не очень нрав. Это чисто такой панковский, наверное, дизайн. Или панкобайковский дизайн. Вот. Почему, интересно, Дикон не снимает кепку, реально? Ну, типа, он уже на протяжении 10 лет, наверное, не снимал кепку, получается. Или сколько там прошло? Мисс Уитакер, да? Вас искал шеф. Интересно, это одна и та же кепка или нет? Да, я уже иду. Понял. Я так люблю чай с бергамотом. У меня с детства к нему полная любовь. Вот, и опробовав всякие там, типа, китайские чаи, вообще с бергамотом он незаменимый. Но, по-моему, бергамот, типа, это ароматизатор, то есть, я не знаю, существует ли он в реале, ну, как бы, или это просто добавка. Чё зыришь, слышь? Это была детская такая смехчинка. Так, что мы будем сейчас делать? У меня тоже сегодня большие кольца будут. Два больших кольца. Колечко. Колечко, да. Я, кстати, снимаю ТикТок, так что... А, ну, кто не знает, в нем можно сидеть. И в интернете, если вбить, то можно посмотреть. Но на самом деле я уже так отвыкла сидеть в ТикТоке, что для меня приколы, которые раньше казались прикольными, они уже не прикольные. Приколы прикольные, не прикольные сейчас, понимаете? Вот, и я уже привыкла к чему-то такому, знаете, суперкачественному, типа, из-за рилсов, из-за того, что я постоянно начала смотреть рилс, я либо смотрю полный угар какой-то, либо суперэстетичные видео, типа, как я готовлю свой завтрак, как я готовлю тортик для своего любимого, как я, не знаю, все, как я составляю луки в школу, на работу и так далее. У нее был допуск. На ней был бейдж с именем, когда я вот, и поэтому тиктоки, которые в тиктоке, они странненькие Сара для меня Ирэн немножечко. И мне просто неинтересно их смотреть. Вот. И так же, как я, когда только начинала тикток изучать, для меня они казались вообще не смешными, и у меня просто не было выбора, так как я блогер, стример и тиктокер, I need to be everywhere. So I decided to record video. To TikTok. Так, мы получили просто навык за то, что мы посмотрели эту хрень. Потрясающе, можно так всегда. А, мне нужно было что-то здесь купить, прямо вот это, наверное, да. Да. Блин, надо было вот это покупать, то, что ниже, потому что я же постоянно стреляю в башку, и это бы восстанавливало мне здоровье. ТикТоки, и будет интересно. Ну да, возможно. Но в целом просто там меньше такого, знаете, контента, как в рилсе, в рилсах. Вот, поэтому да. Я предлагаю вам сейчас поехать сюда. Я не помню, что это за блокпост и что нас там ждет, но мы можем затестить. Давайте затестим. Давайте. А, нет, нам в другую сторону. Нам в другую сторону, чувак, разворачиваемся. 1-2 километра. Кстати, это, наверное, единственная игра, в которую я играла, где нет быстрого перемещения. А, нет, есть, вру. Я вам вру. Я не проверяла, кстати, есть ли быстрое перемещение в Red Dead Redemption, потому что, по-моему, ну, как мне объясняли, оно там есть. Но просто для меня это странно, что оно там есть, потому что все говорили, что его там нет, и, типа, это инфактор, мало кто знает. Прикольно, да? Брайан, что у тебя? Это здесь, короче, волки и медведь, собственно. Господи, Брайан, ты можешь просто мне сказать, что нашел? Она жива или нет? Так, напоминаю вам, что я играю в страшную игру, мне придется орать. Встретимся там, конец связи. Брайан. Вот, и я же параллельно сейчас играю в Киберпанк. Дик, тебя ищет Майк. Вот, и там вообще не страшно. Бобби, то есть, слушай, мне стрёмно убивать только киберпсихов, потому что там начинается страшная музыка. Так, в целом, мне не страшно. Я вообще дома одна не могу играть, например, в Days Gone. Сейчас, потому что мне просто страшно. Дик, ты это вообще сейчас к чему? Короче, может, я зря трачу время, но надо кое-что выяснить.
Конец связи. Это же территория этих. Один есть. Блядь! Сука, не успела слезть. Какого хуя? Ой, блядь. Потихать. Сучка. Вот эти птицы, кстати, будут нас жрать скоро. Вот их, кстати, дерево. Где будут? Да, Бухарь, что такое? Я просто хотел сказать спасибо. Я надеюсь, все, не будет их. Да и актуальная инфа про пса. Потому что... От него было не отвязаться. Сейчас что у нас сквозь сил пилоса такая отсылочка. Так. Давай, я хочу такого же пусика, как у... Ну, слушай, я назвал его Джеком. Как у Бухаря. Уильяма. Да, Джек бы одобрил. Нет, Джек бы взбесился, потому я так и назвал. Охуенно просто. Я не знала, нахуй, что там, блядь, эти уроды. Ладно, тише, тише, парень, и все, все, хватит, хватит. Слезай, блядь! Ладно, Дик, я пойду. Конец связи. Обращайся. Блять, я не хочу. Ну, Брайан, что у тебя? Сука, я не хочу. Нам надо встретиться. Господи, о, Брайан, ты можешь Брайан, просто мне сказать, меня. Что нашел? Она жива или нет? Я хочу кое-что тебе передать. Идет? О, Брайан. Координаты я тебе скину. Там где-то байка встретимся. На одном месте сидит. О, то есть он, видимо, в какой-то момент должен подъехать. О, сволочь. Дик, тебя ищет Майк. Он сказал. Блять, он скрылся, ну, сука, блять! Я скоро буду, мне нужно. Помнишь, я тебе рассказывал, когда Сара погибла, а Мэр трап. Бухарь, слушай. Я забыла, как играть, нахуй! Бухарь, слушай. Сука, пожалуйста! Блять! Куда же я полезла-то? Я же не в киберпанке, блядь. Бухарь, слушай, скажи ему, я скоро буду, мне нужно... Помнишь, я тебе рассказывал, когда Сара погибла, а Неру драпали? В общем, они взяли с собой только своих федералов. Блядь, я разучился играть в эту хуйню. Федеральный допуск. Так, давай заберемся на гору и оттуда расстреляем их из... Короче, может, я зря трачу время, но надо кое-что выяснить. Конец связи. Ебать. А, ну и меня сейчас спалили, нахуй. Заебись. Так, ребят, подождите, не могу говорить. Дик, это Дайя. Блять! Ты здесь? Сака! А как Дайка? Это... Блять, да, я не восполнила все Небось, запасы, работу что мне придумала. Ладно, я Дальше. Заеду. Конец связи. Я пустой. Как ты пустой, ты дурачина? Где мы байк с вами оставили? А, ну там в самом... эпицентре всего. Приветик! В самом эпицентре событий. Блять, не могу заехать. Подожди. Привет. Почему опять все со мной захотели работать? Поговорить именно а, в ладно, этот момент? Заскочу. Так, конец я хотела связи. Бы как-то убить. Как-то убить чела с огромной пушкой, которая там меня ждет. Где, блядь, байк? Это радио свободное. Сука, ремонт. Почему вы все именно в этот момент не хотите сегодня, Коук, поболтать? У меня нет желания слушать твой трёп. Так, я иду к байку. Я не буду идти быстрее, ребят, сорян. So sorry. У меня потому что вот здесь лежат запасы. Я их сейчас возьму. Вот все. Быстрое сохранение. Так. Я не буду нападать. Просто знайте. Я буду втихарца это делать по стелсику. А мы прыгать не можем, да, тут? Кто-то там, блядь, едет так долго, а? Так. Так. А зачем он пододвигается к экрану? Я же все и так вижу. Так, нам нужна длинная трава. Высокая, точнее, длинная. Я иду, я иду. Блядь.
говно, блин. Ладно. Хотя бы один есть. Один есть, ребят. Тихо. Где этот чел? Ха. Нет, это не он. Где же он прячется? Я же специально сюда пришла. За ним. О, блядь. Так, смотри, каска. Раз. Два. Три. Вот и все. С вот этого козла надо убить. Черт, патронов мало. Сука, блядь. Видали, какая я ловкая? Так, ну и чё? Я боюсь. Я пока никого не вижу, ребят. Может, реально никого? Тихо. Уведомление. Может, реально никого нет? Так, что будет? Интересно, кто-то сбежится или нет? Слушайте, все, больше никого нет. Куда, интересно, уехал тут чел? Ну, на байке, которую я про это. Сука. А здесь кто? Здесь кто-то еще. Лома у меня, интересно, нормально? Нет, нифига. Мне просто нравится, что у меня еще в эту игру, знаете, типа, полная вовлеченность. Мне прям интересно. А я не могу играть в игру, в которой мне будет неинтересно. Это будет тупо, я буду мучиться. Вы же не хотите этого. Давай, давай, давай! Как же он, почему он не выбежал? Вот сучка. Ну ладно, ничего страшного. Мы уже все. Что было? А, он открыт, интересно? Нет тока, ну конечно. Блядь. Почему они не сделали ток за меня? Блять. Сука, задрал. Блять, ну очень, да ну, нахуй. Это очень плохо, прости, на. И, ребята, это очень плохо, если ночь. Я что-то даже не посмотрела. Я как-то привыкла, что всегда день и все. А нахуй, просто чтобы все, блядь, слышали. Блять! Не надо. Не надо уведомлений. Давайте я уберу сейчас, чтобы оно не так жужжало. Так, ну что, рассказывайте, как у вас дела, как настроение? У меня на самом деле очень хорошее настроение, очень хорошо дела. Вот, я, кстати, скоро опять съеду в Питер. У меня же день рождения скоро, 13 ноября. Вот, и я буду его в Питере, скорее всего, праздновать. Ну, я так думаю, а может быть и нет. Я пока еще не решила. Вот, ну, в общем, смысл... Это радио «Свободный Орегон». Правда. Коуп, 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 заткнись уже. Вот, и... Я уеду 13 ноября, я сказала. В общем, да, 13 ноября. Так, тут никого нет. Сука. Я быстренько сейчас проверю. Здесь мы убрали, все. Я надеюсь на это. Что это все? А может быть и нет? Ну и похуй. Ну если что, заново, блядь. Есть. Какой еще выбор? Интересно, где бензин? Where is the benzin? Сэр. Так, кнопка. А вот бензин.
Ну, он же, наверное, точнее, он, зомбак. Он, наверное, придет. Он, наверное, придет на этот звук, который вот слышите радио. Стопудово. Не дай бог, конечно, если это будет вот толпа так. Зомби. Ну, ладно. Зато мы будем знать, что она придет. Хорошо. Блять, а знаете, где еще может быть бросить? На, нахуй, бензин. Вот здесь. Здесь ничего нет. Оп. Ладно, все, момент истины. Я вроде все обрезала. Фу, спокойно. Это самый нервный момент для меня, вот этот. Блядь. Сломано. Сука. Ну-ка. Опять напрягаться. Да. Черт, сейчас они все сюда сбегутся. Блять! Вот он. Стойте в очереди, выполняйте приказы, продолжайте движение. Сука, блять. Вроде бы это все. Вот так. Блять. Ладно. Посмотрим. Сука, блядь, не здесь! Это, блядь, толпа зомбарей, нахуй! Блядь! Инъектор? Крутые у нас штуки. Блядь, какой, сука, какой концентрация? Век и здоровье запас сил, сука. Так, ребят, привет! Бля-б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 ля. Видал? Это не толпа зомби, а почему тогда музыка была, как будто бы это была толпа зомби, а? Блядь! Я не знала, что мне нажать на... Это что? Зачем я здесь? Встретиться с Брайаном. О, задание у Такер. Пожалуй, я сделаю это. Приветик! Спасибо большое! Дела нормально, все хорошо, работаю. А, завтра стрим будет, кстати. Я забыла сказать. Вот, потому что у меня завтра нет работы, но в среду, четверг, пятницу, субботу у меня есть работа. Вот, поэтому будет зависеть, сколько часов мне поставят. Если там будет 2 часа, то вообще на изи. Если там будет 4 часа, то тут уже труднее. Вот. Что ты можешь мне сказать? Но, такого? По-моему, в среду. А, нет, в среду у меня 3 часа. Ну, в общем, посмотрим, короче. Я не загадываю. Пока. Но завтра точно будет. Вот, а так, скоро мой день рождения, мне исполнится 23 года. А, 13 ноября, не забудьте меня все поздравить, тебе умоляю. Вот, тебе еще ну, что-нибудь так. Нужно? Чем это еще всё. Могу помочь? Вот, я, возможно, буду праздновать ее в Питере, я не знаю тогда, насколько поеду в Питер. Вот, держи. Может быть, на дня 3-4. Да, это могу улучшить. Поэтому спасибо. Придется со стримами немножечко... Еще что-нибудь? Ну, в общем, подождать. Будет еще что-то нужно, заходи. Так, подожди, а байк починить? Или я починила уже, ты не помнишь? Я не помню. За нет. Байком своим пришел. А, да. Ясненько. Забыли. Такер, ну чё, давай мне задание. Потому что помочь. Мне нужен третий уровень у тебя. У меня для тебя работа. А у тебя как дела, скажи? Так, пью. Давай посмотрим, что она задание дала. О, зашибись. Мы выполним это задание и потом сразу заедем к Саре сюда. Интересно, все ли я Нера открыла? Мне кажется, на этой карте точно все. Но проверю потом. Давайте проверю, как это задание завершим. Потому что нам очень нужны
Инъекторы, потому что на этом уровне... А, я уже вообще забыла, что я играю на самом на самой большой сложности, и поэтому нам сложно убивать здоровых зомби. Но, в общем, к здоровым зомби нам надо очень хорошенько подготовиться, потому что на карте, которая откроется нам совсем скоро, там будет их очень много. Давай, и тебе хорошего настроения, хорошего вечера, спасибо тебе. 13 ноября. I'm a Scorpio. Окей. Okay. Я, кстати, чистокровный скорпион. Потому что асцендент у меня тоже в скорпионе, да. Я на самом деле мало в это верю. Но мне нравится просто в это верить. Действительно, те люди, которые натыкались мне, ну, как, которые были на моем пути, знаки зодиака совпадали, вот как они описывают их. Совпадали реально, но и зависело все от асцендента. Вот, кто не знает, асцендент это, в общем, описывается твой настоящий характер. И это очень прикольно. Ну, типа там часто описана правда, вот. Но хотя я читала родителям про их асцендент, и мне вообще не совпадало. Но про меня совпало, поэтому да. И нет, я не искала все хорошее и говорила, что это я. Так я, конечно, люблю делать, но... Но нет, блядь, я не туда поехала, что ли? Лёня, мы с тобой объедем. Я... Я почему так быстро еду, блядь? Потому что там... Блядь! Потому что за мной, сука, бегут волки! Все, уже не бегут, успокойся, пожалуйста. Да, пойдем пешком внутрь. Ты нас набирай защиту государственной тайны. Заебок. Так, устанавливаем все глушители, которые возможны. Идем. Я очень хочу купить здесь нормальную снайперку. Потому что самое крутое оружие. Ты можешь беспалевно всех мочить, и все. Я не помню, что это за миссия. Сейчас мы узнаем. А, кстати, я еще забыла сказать, что у меня сегодня пробор другой. То есть, возможно, поэтому еще прикольно. Я вообще уже жду очень, когда у меня вырастут волосы. Очень хочу. Я думаю, вообще очень длинные отращивать. Что это было сейчас? Очень длинные хочу отрастить. И кудрявые. Блять, как можно было отсюда не попасть? Уиллер, вот он, сволочь. Yes. Блять, вы слышите? Там, блять, зомбари. Ебать их там. Я что-то даже и не думала, что их там так много. Сука, ёпта, блядь! Ёб твою мать! Ебать, я напугалась. Это было очень жестко. Я слышу, блядь, зомбарей. Блядь, тихо. Вот, просто дырка, и, возможно, они там внутри. Найду тебе применение. А, это волна. Так, все? Или есть кто еще? Да, я их слышу прям. Лом, хорошо. Пиздец, стрём.
Длинные волосы, let's fucking go. Пока вспомнил, ты 12 марта 2020 года играл в DJ set. Блин, не, у меня он не сохранился, ты чё? Я его просто играла, и я даже его не записывала, к сожалению. Я хотела это сделать, но у меня был Mac. Мне почему-то тогда не хотелось платить за полную версию приложения, в котором я составляла... Всегда пригодится. Сам сет. Вот, и, соответственно, сохраненного у меня его нет. Но, блин, было очень прикольно побыть в роли диджея, потому что, когда ты делаешь переход... Ну, допустим, вот идет какой-то трек, и все танцуют, и под конец этого трека, там буквально через, не знаю, сколько там, секунд 15, да, люди такие немножечко карманы угасают, вот они. То есть такие уже поникшие, а потом начинается жестче какой-то трек, и прикольно смотреть на реакцию людей, то есть на... Я, блядь, слышу кого-то. Она меняется, все такие у-у-у, и это очень прикольно. В общем, просто это заряжает, понимаете? И поэтому мне понравилось. Ну, вот так. Так, сейчас, подождите, мне нужно ловушку, я ее даже не увидела. Мне нужно зайти к Саре. А плейлиста не осталось? Блин, плейлиста не осталось. Вообще, я все удалила. Но как-нибудь запишу с обновленной версией. Вот. А ты был на этом концерте, что ли, или что? Концерте, блядь! Я даю концерты! А чё, почему бы нет? Рано или поздно это случится, потому что когда-нибудь я сочиню свою песню. И я бы хотела сначала какую-то сочинить угарную песню с отсылкой на стримы. Вот. А потом какую-то нормальную, но... Это пиздец тяжело. Это единственное, что я не умею делать, наверное, это сочинять треки. Я узнавала еще, сколько стоит записать, в общем, песню. Ну и типа, если хочешь супер качественно, то там 500 тысяч. Я думаю, пиздец, вы что, охуели, блядь? 500 вонючих тысяч, если этот трек даже не зайдет, то он просто не окупится. Да, можно найти какую-то дешевую студию, но не факт, что результат будет так, какой ты ожидаешь. Вот. Ой, поэтому я подумала, ладненько, пока отложу. Это не то, что я очень сильно бы хотела в данную секунду сделать. Поэтому у меня это желание отложено на неопределенное время. Ой, спасибо. Спасибо большое. Давай, спасибо тебе. И тебе хорошего вечера. Ну, в общем, я два раза делала концерт. Да, я буду так говорить. Почему бы нет? В общем, да, два раза делала концерт. И второй раз был более увереннее, более мощные треки у меня были. Но я не стала продолжать это все. Я должна была третий раз делать. Я же два делала, получается, в Питере. Вот. Третий я должна была делать в Москве. И что-то не получилось нифига, ну, я не жалею, у меня вообще переключилось внимание на вообще другую какое-то русло, поэтому это был очень крутой опыт, реал, всем советую попробовать. Привет. Я вообще еще несколько раз создавала, скачивала программу, для, это как она, FL Studio, по-моему, называется. В общем, чтобы создать бит и на этот бит уже наложить свой, ну, свой какой-то текст. Вот. И я когда открыла FL Studio, я просто на это смотрю, думаю, ебать. Пыталась что-то по видеоурокам из Ютуба сделать, но чаще всего у людей не совпадал внешний вид программы, и для меня понять что-то в отличающемся виде было очень тяжело. И мне пришлось один раз вырубить, потом второй раз. Когда я второй раз такая, ну не, я все, я пойму. Да что там сложного, типа, все делают, и у меня получится. Вот, и когда я поняла, что это пиздец тяжело, я удалила снова. Ой, не могу. Но я думаю, что записать у кого-то трек, типа даже слова, это, ну, не знаю, сколько может стоить. Наверное, 50, может быть, тысяч.
Я слышала, блядь, медведя. Подожди, отдохни, пожалуйста. Сейчас, погодите. Я слышала медведя. Я просто не хочу с ним драться, поэтому я просто тихарца уйду. Вот, и что я говорила? Да, в общем, чтобы нормально тебе создать трек, тебе надо, наверное, больше лям вложить в один. Ну ладно, лям, наверное, это если экономить. Ну или 500 тысяч. Ну, допустим, если не брать какой-нибудь рекординг-студию за 500 тысяч, взять какую-нибудь за 30, чтобы тебе написали текст 50, еще бит, наверное, 50. И что там еще нужно? И рекламную кампанию. ВКонтакте, блядь. Эй, Зенни, руки как? Вот, ну, я не знаю, кстати, можно ли размещать сейчас треки на iTunes? Вот это такой вопрос. Я мало кто, наверное, знает. Такер. Как это вообще делается, я тоже не знаю. Теперь Уиллер сожалеет, что Окей. Потому что, интересно, они ввели санкции на это или нет? Мне кажется, да. Так, в лагере Копланда у меня нифига нет. Я стреляла, да? Да, я стреляла. Сейчас тогда патронов купим здесь. Потому что здесь у меня очень много бабла, а там ноль у меня было. Привет, Дик. Но нам в любом случае придется там покупать что? Хороший выбор. Бензин. Надеюсь, нам хватит. Держи, как с завода. Так, ну все. Погнали на следующую миссию тогда. Что тут сидеть? Встретиться с Убрайаном. Я ненавижу эти встречи с Убрайаном, они для меня очень стрессовые. Эй, потому что всегда что-то придумывают, всегда нужно за кем-то следить, что-то там, чтобы тебя не спалили. Вот, и я не хочу. На самом деле, много чего не хочу. Я, кстати, выявила такую у себя тенденцию. Мне вот, допустим, приведем пример на уборке дома. Я в целом не люблю убираться, честно признаюсь. Я просто считаю, что это полная трата времени, но я ненавижу, когда срач. Вот. И когда я начинаю убираться, то я могу убрать всю хату просто. Ну, типа, ну раз ты начала убираться здесь, то давай все завершим уже. До скорого. Вот. И, собственно, эй, Дэймон, как жизнь? Я хотела сказать, что, допустим, вот мне нужно сделать план в день, там, не знаю, ну, на дне. Типа... записать видео, сделать фотографии, их выставить, помыть, допустим, пол, пропылесосить и вымыть раковину, ну, например. И я вот в голове у себя пока это держу, думаю, пиздец, мне так впадло просто, я не хочу этим заниматься, господи, хоть бы за меня это кто-то сделал другой, вот. А потом думаю, ладно, напишу себе на листочке план, и как только я пишу себе это на листочке, у меня сразу в голове это как-то превращается, знаете, как в задачу, типа, ну вот эта задача, как попить воды, то есть ты не можешь не сделать. И все. Блять. Вот. И я сразу все делаю, вообще у меня не лень, и нормально. И вот у меня было такое, знаете, как сочинение. Странный пример, знаю, но... хороший пример. Какого хрена? В общем, допустим, вам нужно написать сочинение, у вас ли тема. Допустим, итоговое сочинение 11 класса. И ты думаешь, пиздец, тема вроде легкая, но начать просто нереально. И ты 40 минут сидишь, думая, как, блядь, начать. И ты думаешь, пожалуйста, ну просто начни. Как только ты начнешь, все остальное придет к тебе само. И ты вот сидишь и думаешь, ебать, как начать? Как начать? Час нет. Сидишь, час 30 сидишь, да, я так сидела всегда. И потом что? Приходит в голову, как начать. Ну, то есть, допустим, я там параллельно, конечно же, пишу какие-то мысли свои отдельные. И как только я начинаю, все, меня не остановить. Я могу сидеть 10 часов и писать миллион страниц. И также и не в сочинении, во всех делах. То есть я только начинаю, все, у меня сразу появляется мотивация, я готова сделать миллион задач за день. Вот. И а так, пока не начну, пиздец впадлу. В общем, да, попробуйте тоже писать план на листочке. Вообще идеально помогает. А дальше будет хуже. Короче, он намекает на то,
что наша Сара с вами жива. Это его очень радует. Наверное. Ну, в смысле, наверное, намекает. Я не помню, о чем они говорили, да я прослушала, точнее, и не помню тоже. А, вот. И, в общем, ну, в лице его, да, в целом я вижу надежду. Показали вот этот пропуск в ее Кловердейл Секьюрити там. И, соответственно, наверное, все-таки, да, у него появилась надежда какая-то на то, что она жива. Спасибо большое! Я вот думаю, можешь мне закупиться еще кружками? Иди ты к черту. Чтобы все хвалили меня. Потому что, ну, про мои кружки. Я, кстати, хотела хвалить мои кружки, точнее, да. Я, кстати, хотела купить кружку Салича со Снорлаксом, но она была очень дорогой. Я подумала, блин, подожду, пока снизится курс. Там, кстати, от курса капец, как меняется цена. Типа, допустим, когда курс жестко упал, там, не знаю, прям заметно цены изменяются. Вот, но сейчас уже все стабильнее, конечно. Но раньше можно было на этом много чего заказать. Но на Аличе очень много... Как-нибудь в другой раз, Коул! Заорал так. В общем, там очень большой выбор кружек всяких разных, и... Я бы заказала, но мне кажется, у меня просто места не будет хватать. Я вчера решила освободить место в шкафу, потому что у меня очень маленький шкаф. И получается, там полки как бы уже полностью заполнены. И, допустим, если я все складываю, да, ну, ровненько, я не буду помнить, где, допустим, лежит какая-то кофточка. Мне придется все оттуда достать на пол. Найти эту кофточку и все это обратно туда сложить. То есть нет смысла вообще складывать. Нет смысла вообще складывать. То есть можно просто запихать это туда вот так. И потому что ты завтра будешь искать что-то, и тебе придется все опять это вышвыривать. Интересно, да, слово? Я запомнила вроде, да? Да, и, короче, освободила полки. У меня получилось 4 коробки, ну, примерно вот такие. И в ширину, наверное, вот так. Я вообще не знаю, куда мне теперь эти полки ставить. Просто у меня нет места. Я думала, блин, может быть, снять какую-то хату, типа. Только для вещей, студию какую-нибудь. Ладно. Ну, в Питере, наверное, можно было бы снять вообще, типа, с белыми стенами, без ремонта, да. Ну, то есть мне вообще мебель же не нужна, это просто как хранение. Ну, 1015, наверное, точно можно найти. Отмена. Блин, если мы продвинемся дальше по сюжету, то нам не будет доступна эта карта. Ладно, тогда идем сюда. А я что-то... Блин, они мне не дают задания. Я думала, мне хотя бы эта баба или Копланд даст еще по заданию хотя бы. Ладно, сейчас поспим. Ну вот, и в общем, в Питере, наверное, да, вот в Питере можно было бы найти хату такую без мебели, с белыми стенами, ну, 1015. Ну, не в центре, понятное дело, но я и так там живу не в центре, поэтому мне было бы нормально. Вот, и... Что хотел сказать? Я не иду тут, мне нужен сон. Как жизнь в лагере? В Москве просто все от 30 тысяч. И 30 тысяч только за МКАДом. Я так и думаю, блядь, ну... И причем такой вариант, знаете, тебе фоткают эту квартиру, где стоят всякие баночки разные на кухне, типа там... Фэри, Пемолюкс, Гуки, и все это в таком старческом виде, типа которому уже, наверное, 40 лет, обои в цветочек, облезший пол такой, уже потертый максимальный, и ты просто думаешь, пиздец, лучше просто где-то найти местечко все-таки в своей квартире, чем снимать за МКАДом ради вещей за 30-ку, еще и с вот таким вот непонятным дизайном. Да, мне важен дизайн. Потому что, например, если снимать хату, то в нее можно периодически приезжать и что-то снимать, например. Вот. Поэтому я решила забить на эту идею. Ну ладно, идем. В целом можно снять какую-то, наверное, кладовку в доме, но я боюсь, что эту кладовку может затопить, и нахер это надо. Поэтому придется искать где-то место. Был вариант под кровать, но у меня низкая кровать. Не знаю, как это туда поместится. Надо пробовать. Надо все пробовать.
Короче, еще недавно, прикиньте, тащила на съемку. Ну, в целом, наверное, вот такую сумку. Вот. И она была очень тяжелой. Но я всегда... Ну, хотя нет, раньше я мало когда... Да, блядь. Не часто таскала на съемки одежду, потому что я... Ну, не знаю, просто не занималась этим настолько... Настолько серьезно, как сейчас. Вот. И... Я надела эту сумку на плечо, то есть я уже как бы с этой сумкой ходила и закидывала ее на плечо. Короче, я ее закинула на плечо. Блядь, сейчас будет медведь. Блядь, медведь нахуй. Наплевать на все это. Бухарь! Бухарь, ответь! Да, Дик. Слушай, тут такое дело. Подождите. Год назад мы с Майком. Мы. Хотели поехать на юг, но перевал с Антием был закрыт. А он сказал, я надела что знает эту сумку путь. На плечо. Потом прихожу к вечеру Майк домой. Не особо нами с тобой доволен. Да ты просто послушай меня. Ты помнишь, что он сказал? Прихожу домой, ложусь на кровать, да, и у меня почему-то плечо так, знаешь, чешется, как будто меня кто-то укусил. Я думаю, блин, странно. На следующий день тоже не проходило плечо. Я думаю, блин, вообще очень странно. Что за фигня? Тилсон. Так, а что у нас за здание здесь? Да. Хоть их на мародёре. Да, только нахрена тебе... Стоп. Неру. Чёрт. Так, ну вот. Она жива? Короче, у меня она через жива? Несколько дней на... Ну, на косточке образовался такой, как короче, непонятный шарик. И мне было больно ложиться на плечо. Да, Бухарь. Я тогда очень сильно обосралась. Я думаю, пиздец, что такое? Вот, в общем, выяснилось, что это, типа, была тяжелая сумка, и это такой внутренний синяк. Вот, я тогда так испугалась, и думала, пиздец, что у меня настолько слабая спина, что я не могу такие тяжелые вещи носить. Я должен ее найти. Вот, ну, в общем, с тех пор я таскаю на съемки чемоданы. Думаю, что их можно хотя бы вести. Вот. Но я реально давно не занималась, прям полноценно не качала спину. Я знаю, что надо идти в зал и качаться, но, блин. До скорого. Мне кажется, я куплю абонемент. Дикон, ты где? Рики, мне тут надо кое-что сделать. А ты потом вернешься? Чего? Ты это... В каком смысле? Бухарь рассказал. Блядь! Блядь! Его убили нахуй. Суки, блядь. Кори, сраный фрик. Тварь, блядь. Сука. Блин, я хотела дядечке помочь. Бухарь рассказала. Тут не о чем рассказывать. Блядь, ну конечно, нахуй. Через перевал с Антиом не проехать. Короче, я вернусь. Я говорю, мне просто надо кое-что сделать. Конец связи. Рики, я у Милаква Лейк. Да, здесь целый лагерь намадов. Справишься с ними? Да, конечно. Отбой. Ну все, пора зачистить лагерь. Блять, я хочу узнать, где находится... Где ты прячешься, а? Где находится снайпер? Это самое важное. Брусочки, подножки, кровати. Нет. Подожди. Кого нет? Блять. Блять, тварь. Блять! Один патрон. Ебать, я крутая. Все? А, нет, еще парочка. Шесть. Ребят, подождите.
где-то тут был, блядь, снайпер, сука. Один вижу. Но это не снайпер. А что, я снайпера убрала? Это был снайпер, надеюсь? Нахуй. И еще? Обожаю целиться. Это моя любимая. А почему у меня? Потому что у меня глушитель тут. Ладно, как у него. Нахуй надо, я получу. Тихо, блядь. Так. Так, их получается трое, да? Блять. Короче, нахуй. Ай! Yes! На, нахуй! Все, блядь. Yeah, baby, yeah, baby. La-la-la-la-la-la, yes, baby, yes. Я почти чуть ли не попалась в эту в ловушку. Вы слышали, как она щелкнула своими зубками? Рики, все готово. Я так, зачистил лагерь к северу от Милаква Лейк. Милаква Лейк. Спасибо, Дик. Милаква Лейк. Такое полное слово. Скажи Митчеллу, что может снова играть Милаква на улице. Он еще мальчишка, Дик. Милаква Лейк. Если он хочет стать взрослым, пусть учится держать в руках. Нужно каждые 5 секунд говорить слово «Милаква Лейк». Я им займусь. Блять. Сука. Милаква Лейк. Милаква Лейк вонючий. Ай! Блять, нахуй. Дик, слышишь? Это Лост Лейк, прием. Сука, как я обосралась. Милаква Лейк. Ты разобрался с лагерем намадов к северу от Милаква Лейк. Милаква Лейк. Да, они нас больше не потревожат. Слушай, Майк, тот парень, Митчелл, Милаква Лейк. Не стоит ему пока что ходить на вылазки. Милаква Лейк. То есть какое-то озеро. Милое. Ладно, с этим я разберусь. Спасибо, Дик, конец связи. Милое Аква озеро, вот. Смешно, да? Пиздец, просто обоссаться можно, как смешно. Так, я всех облутала, мне нужно домой. Стерилизатор, нет места, слушай, я понял. Слушай, есть работа. Рики, блин, привет. Жалко, что мы не спасли этого чувака. Ладно, заеду, конец связи. О, есть работа, это заебись. Кто это сказал? Железный Майк. Ой. Случайно. Все есть. Все, ладно, идем. Вчера, короче, достала свои наушники с ушами. Блин, они такие милые. Жалко, что у них нет провода. Точнее, нет. Жалко, что они вообще работают только по Bluetooth. Пиздец. Убогость. Можно ли вообще наушники как-то перепрошить, чтобы они не только работали по Bluetooth? Или такое нереально сделать? Мне просто реально жалко. Они такие крутые. Так даже не хочется их продавать. Они вариант, чтобы я с ними тут сидела, это только купить компьютер. То есть надо вложиться как-то. 500 тысяч как бы вложить и
На, сиди с наушниками. Ради наушников. Очень умно. Вот, и они очень крутые, ты меняешь там свет, и они с ушками, РГБ, вообще топчик. И звук у них крутой, и они огромные вот такие, вот прям такой круг. Вот, и блин. Может быть из-за того, что они, типа, ну грубо говоря, Windows, Android, их можно как-то перепрошить, ну в смысле то, что они не Apple, да, правильно? Вот, их можно как-то перепрошить, и они такие, о, заебись, да, мы теперь вот от провода не просто заряжаемся, пожалуйста, но еще нас можно подключить к чему угодно. Заходи. Или не может такое быть. Эй, Дик, ну как оно? Ой. Как оно, Джо? Продать все. Класс, хороший улов. Да. На-на-на-на-на, yes, baby, yes. Есть охрененные товары. Я знаю. Как дела, Бас? Прокачать всегда. У меня все же есть тут, да? Мне вот нравится вот еще так девочка. Ну да, нам нужен третий уровень. А сколько у нас уровней до уровня? Всего 5000. Заходи еще. Дик, нам очень нужна твоя помощь. Я знаю. Рики, привет, что такое? На-на-на-на-на. Так, подожди. А, подъехать вот, да. Подъехать к указанной точке сюда. Найти Вайк Джереми. Блять, я, по-моему, знаю, что это за миссия, а может быть и нет. Короче, по-моему, вот здесь будет толпа зомби, это я помню. И вот здесь. Вот здесь сам пиздец. Хорошо, что нас туда не отправляют. Мы еще, кстати, успеем до темноты, поэтому видеть. Погнали прямо сейчас. Бас. Бас, бас. Ба-ба-ба-ба. Бас. Ба-ба-ба-ба. Привет. Сейчас. Блядь. Кстати, у меня закончился сериал «Видеть». Ну, кто не смотрел, серии выходили нового сезона. И последняя серия закончилась, к сожалению. Они планируют его продолжать снимать только через... Я этого не хотела, но раз такое дело... Ну, в общем, они продолжат его снимать только через 2 года. Очень жаль. Отнесу. Было крутой серик. Вот, а так в целом я сейчас смотрю Дом Дракона и Пацанки. Но мне на самом деле очень бесит этот сезон Пацанок, потому что да, это прикольно для тех девчонок, которые сталкивались с этими проблемами и там очень много психологии, вот, разбирают. И это очень нудно. Эй, Рики, становится, а очень где именно нудно. Эта ферма? Прямо напротив моста, поэтому... который ведет на ферму. Это получается слева. И поэтому, так, погоди, короче, ты имеешь в виду ферму Лос-Лейк? Понял, конец еще... связи. Еще это длится всего 3 часа. Вот, но я смотрю только ради так, драк. Это, видимо, он. Блять, стреляют, наверное, это он и стреляет. Сейчас, походу, придется быть с толпой зомбарей. Взял канистру. Ну ничего. Куда ж ты делся, Джереми? А Mass Effect-а не будет, ребята. Я не буду его стримить. Там очень много диалогов, и я бы хотела. Я бы не хотела, в общем, еще играть в такую Рики, старую игру. Я нашел его байк. Потому что мне не нравится, как там надо стрелять. Похоже, все эти он способности. Господи, Дик. Да он, небось, на заправке. Выуживает из торгового автомата. Все эти способности, батончик. Короче, их надо там. Ну, очень много текста. Вот, и мне вообще вот не понравилось. Ты где, мне обидно, что мне не понравилось. А что мне надо было? Убить его? Что, вон он. Но он с пистолетом. Он меня ёбнет. Я не знаю. Ну, сейчас отличная возможность его ёбнуть. Не. Нет, походу, это просто наматы. Ой, не наматы, а эти. Блядь, а его здесь нет. Это была просто баба. Хм. Хм. Чё? Куда мне? Не знаю, куда.
Приветик. Спасибо большое. Так, ну тут ничего нет, Лёнь. Но у меня DualShock трясется, как будто бы где-то... Вот. Вот здесь. Так, ты наполнил канистру. А, чёрт, мародёры. Блять, почему такая музыка была? Как я обосралась. Я впервые, кстати, такой звук здесь встречаю. Поэтому... Для меня это было странно, как будто что-то на меня приближается. Мародёры. Я, кстати, эту миссию вообще не помню. Кстати. Мил Аква Лейк. А вы думали, что вы меня столкнете здесь с зомбарями? А я уже всех зомбарей замочила. Давным-давно. Так что не надейтесь, блин. Что вам удастся меня запугать. Блять. Это манекен, просто манекен. Там нихуя нет. На нахуй. На нахуй. На нахуй. О, там, по-моему, музыка какая-то. А, блин. А, Ведьмака я проходила в одиночестве. И поэтому, когда я его стримила, я стримила вообще концовку. Некоторые квесты, и эти квесты я пропускала текст. Поэтому... Оп. Я его проходила чисто по фану, потому что я до этого уже прошла раза два. Вот, но Mass Effect как-то меня не впечатлил. Просто я играла в него час, и я не смогла. Не знаю, может быть, я докуда-то не дошла. Вот, но хуй знает. Там наверх вроде надо по лестнице. Здесь? Сейчас я убью всех сначала. Убью всех, всех пролутаю. О боже, неужели все? Блядь, сколько их здесь? Мы с вами молодцы, что в стелсе так всех мочим. Че кайф. Там, где миссия. Хорошо. Это мне нужно. Ой, они тут кого-то перебили, что ли? Сейчас, погоди. Сейчас. Это где миссия? Что значит, это где миссия? Вот здесь? Я все равно шла... Ну ладно, сейчас посмотрим, по сипке. Я все равно хотела всех уничтожить. У меня не ебали мозг. Вот здесь? Здесь же никого нет. Лёня, ты что, меня обманул? Или где лестница, блядь? Я не понимаю, я всех убила или нет? Тут лестницы нет, Лёнь. Где дверь закрыта была. А, это я знаю. Это другая миссия. Мы с вами уже другую проходим. Тут-то я прошла уже. Или нет? А, нужно спасти его все-таки. Сзади. Я ту миссию уже прошла, да. Она еще в самом начале. Ну, как, грубо говоря, была очень давно. Вот. А сейчас здесь какая-то другая. Я даже ее не помню. Может, я ее вообще даже не проходила. Что-то новенькое, ребята. Так, идем. Это Джереми? Нет.
На-на-на-на-на-на, yes, baby, yes. Очень подозрительно здесь, тихо, я вам скажу. Так, а вот здесь ничего нет? Нет. Да. Значит, всякие Bioshock и Deus Ex тоже не смысл рекомендовать. Поиграй Dark Souls. Там нет лишней болтовни, сплошной экшен. Подожди, Dark Souls — это там, где, типа, выбираешь... есть выбор ответа. Вот. В нее... Там еще, типа, все как кино. Это вот это. Короче, мне не нравится... Есть какая-то игра... Подобная Elden Ring'у, где, типа, ты умираешь без сохранения. То есть, если умираешь, то начинаешь сначала. Я не помню, как он называется, на Б. Water какой-то там, по-моему. Ну, короче, смысл в том, что как Elden Ring мне тоже не понравилось. Хотя Elden Ring я не играл. Вот. И... Мне такой не нрав. Мне нужен сюжет, и чтобы было захватывающе. И можно было пострелять. Погоди, нас ведут сюда. Блять, ну с костра начинаешь. Да, да, вот. Это не очень. Ну, для меня. Это как будто ты на выживание играешь. О. Я думала, там есть просто выход вниз. Блин. Джереми, блядь, ты где? Сзади отвечают. Не знаю, я вроде все тут осмотрела. Где, блядь, Джереми? А, может быть, вот здесь по лестнице наверх? Да я думаю, ты не про это говорил, на самом деле. А вот здесь лестница наверх тоже. Нет. Инсерен про Bioshock Infinite. Так, мне же только сказали, что это не очень. А, вот, смотри, следы. Я слушаю его. Мне надо посмотреть... Эй, я здесь! Так, держись, парень, я иду! Где ты здесь-то, Лёнь? Короче, я посмотрю стрим, или, точнее, не стрим, а геймплей. Да, геймплей, и как кто-то играет в неё, и тогда куплю. А то тогда я просто посмотрела трейлер такая. И трейлер, и что-то еще не помню. Да, я только трейлер посмотрела, и такая, типа, пиздец. Охуенная игра, потому что все выглядело красиво, а по итогу... Слава богу! По итогу нахуй нихуя. Просто дик, ладно? Да, иногда подлагивает, но ничего с этим не сделать. Я не знаю, какая в этом причина. Они собирались меня разрубить и потом съесть. О, господи. Вот, лагает, но не сильно. Ты сам наберёшься? Бери канистру и дуй обратно. Сегодня, в лагерь, видимо, да, что-то не так. Какое тебе нахрен, сэр? Я Дикон. Да, сэр, ага, спасибо, сэр. Хм. А почему ты назвался моим никнеймом только без У? И создал ее, кстати, сегодня, между прочим. Я с приставки только стримлю. Потому что комп надо купить. Я хотела его покупать, но в итоге что-то пошло не так. Silent Hill вышел новый, да ну. Он уже прям вышел, типа, с русской озвучкой? Или чё как? Так, что нам нужно еще с вами прокачать? Увеличение боезапаса всех видов стрелкового оружия. Прикольно. Я вообще не знала, что здесь есть такой навык. Внимание, так, это у меня есть. Мясник нахер надо. Подсветка, вот это прикольно. Так, дополнительный выброс адреналина... Не знает. Хотя второе дыхание в целом прикольно тоже. Удвоение эффективности лом при ремонте байка. Алхимик. Я вообще не использую здесь какие-то микстуры. Вот, не знаю, зачем нам алхимик. Вот это нам, кстати, тоже неплохо. Восстановить запасы при получении урона. Прикол. Это круто.
Так, а возможно, улучшать слабую картину, да? А, нет. Хорошо. Вот, и вот это нам, конечно же, надо. Атаковать. То есть, если мы атакуем, то мы не... это не значит, что мы убиваем. Хм. Так, еще будет в будущем. Как это ник вспомнит твой? Я тебя в ЧС кинула. Если так, то мне придется и сейчас кинуть. Потому что те, кого я кидаю в ЧС, я обычно оттуда не достаю. И они этого достойны. Возможно, в будущем, да, буду играть. Но он же противный, да? Это не знаю. Надо подумать. Ну, если он будет новый, то я, наверное, буду играть, да. Но я, на самом деле, не люблю мерзкие игры. Мне прям... плохо от них. На самом деле, не знаю. Как бы сейчас потратить 500 тысяч, хуй знает, хочу ли я этого. Вот. Как-нибудь в будущем подкоплю. И когда вот почувствую, что надо будет, то тогда куплю. А так, не знаю. Мне не надо уничтожать соседних врагов, Лёня. Я уже всех уничтожила. Почему мне эта надпись-то висит? Ну, что я еще хотела сказать? Ну, в общем, да. Как-нибудь. Silent Hill F называется. Блин, посмотрю. А когда она выходит? Вот в ближайшее время? Если в ближайшее время, то почему бы и не купить? А, понял, все понял. Перемещаемся. У нас с вами... А, нет, у нас не было, да, задания? Ну что, нам не дадут никакого задания, что ли? Тогда нам нужно... Я знаю, что нам нужно будет посмотреть. Неро. Потому что я не хочу отсюда уезжать, пока мы не сделаем все Неро с вами. Куда идем? Это я. Рада видеть. Так, выходим. Из всех ников, которые можно было когда-либо придумать, ты выбрал мой ник. Заебись. А, так, сейчас, ребят, тогда давайте... Смотрите, какой у меня модный розовый чехол. Да, я решила себе розовый взять. А, так. Карта Неро. Карта Неро. Непа. Сейчас, ребята. Жалко, что нельзя включить музыку. Сейчас бы под музыку, прикинь, как круто было бы зомбари мочить. Это было бы вообще классно. Я в UC не играю. Мне такое не нравится. Тизер-трейлер вышел 4 дня назад. А там не написано даты? А, даты нету. Понял. Мне нравится стримить просто как по кайфу, и я пока... Ну, типа, не знаю, мне просто нравится это делать, то есть, как бы, я бы хотела это развивать, но активно не хочу прямо сейчас, потому что у меня есть много чего другого, на что я бы хотела больше времени вложить, чем на стриминг. Вот. То есть, мне нравится стримить, но, типа, покупать прямо сейчас компьютер, бежать, скачивать все игры и придумывать что-то еще, не знаю, мне пока и так хорошо, то есть... Мне нравится болтать, мне нравится играть в мою любимую игру, мне нравится наслаждаться этим и общаться с вами, вот. Так, подождите. Неро. Итак, давайте быстренько глянем. Здесь было. Здесь было. Здесь было, ясно. Сейчас, ребят. Здесь было. Блин, а здесь они не все карты показывают. Подождите, плохой сайт. Сколько у меня онлайн? Ну, обычно, блин, бывало вот стандартно по 20 человек. Но сейчас, видимо, всем не до стримов. Поэтому мало людей смотрит. Но ничего страшного. Так, ребят. О, вот здесь мародеры, кстати. Мы можем мародеров замочить. Это очень хорошая идея. Здесь мы с вами забирали, что ли, да? Давайте мародеров замочим. Все равно это опыт. Так. Здесь забирали. Я помню, здесь забирали. Сейчас, ребят, это очень долго, я знаю. Здесь, да, здесь у меня есть. Здесь два есть.
Четвертый где-то вот здесь, кстати, прикиньте. Подождите, это вообще... Это карта? А, он мне вот сюда показывает. А, вот камень. Да, это вот это. Сейчас, ребят, пауза небольшая. Можете пока пописать сходить. Так, 21 здесь, да? Вот здесь, прикинь. Здесь мы, по-моему, с вами забирали. Там на камне было, да. Тихо. Вот здесь я забирала. Здесь есть. И здесь забирали. Здесь забрали. Ну, короче, походу я везде забрала. Получается. Сейчас, ребят, последнее вот здесь. О! Сейчас, подождите. Блядь, это очень сложно. Тут, блядь, карты. Хуй пойми, разоберешь, что здесь. Вот, смотри, вот это вот, да? Вот это, да? Короче, нам вот сюда вообще. Блядь. Подождите, не могу сообразить. Вот 24-й, вот этот домик. Вот он. Здесь лесок, нам вот сюда. А, давайте сначала сюда пойдем, да. Угар, я не знала, что там что-то есть. Так, что вы там пишете? Много людей с тобой уже будет не поговорить. Я буду всем отвечать. Так, а если не секрет, не смущает, что мало зрителей. А почему меня это должно смущать? У нас маленькая комьюнити элитных людей. Интеллигенция у нас, понимаешь? Почему-то все думают, что типа мне не норм. То есть, если бы мне было не норм, я, наверное, бы что-то с этим делала. Почему ты считаешь, что типа, мне, я обязательно должна максимально, блядь, прямо сейчас миллион подписчиков иметь. Типа, я в своем темпе делаю. Это, кстати, не первый человек просто такое говорит, поэтому меня это бесит. Как дела? Ну и все. Нет, почему? Да не, мне вообще пофигу, типа. Смотрят, эти куры элитные люди. Элитная интеллигенция. Не, ну правда, без шуток. Типа, ну, как бы, да, у меня много подписчиков в Инстаграме, потому что я туда очень много сил своих вложила, просто ебать, как много, и поэтому я заслуживаю эту сотку. А сюда я потихоньку вкладываю энергию и силы, соответственно... Койка зовет. Мало зрителей. Но эти зрители элит интеллигенция, я еще раз повторяю. Короче, вот так. Кстати, какое мое платье? Оно охуенное. Как будто бы я из матрицы, только в реальной матрице, типа. На самом деле повлияло очень сильно. То есть у меня упали лайки. Сначала все было хорошо. Вообще наоборот. То есть был огромный приход новых людей. Но потом со временем... Ой, это я не туда бегу. Потом со временем, из-за того, что я в очередной раз не соблюдала регулярность, у меня, ну, я имею в виду регулярность выкладывания постов, у меня все упало, и мне сейчас очень долго приходится из этого вылезать. Рад тебя видеть, Дик. Он интеллигенция через Twitch. Да. Вот, но я думаю, что в целом, как бы, так у меня аудитория основная из России, то всем, мне кажется, просто не до этого сейчас. Вот. Это не только такое у меня, я многих девчонок спрашивала, у которых аудитория большая, типа, много ли лайков ушло, как ведут себя в целом зрители, подписчики. И у многих то же самое. Ну вот, поэтому... Я сначала не могла мириться с этим, мне было супа обидно, потому что я, блядь, все вкладываю на... Тут только и водится, что убийцы, намады и бандиты. Вот, а потом забила. Потому что, что с этим делаешь? Ничего. Рики, так, я не его тратим нашел. Пока. Он едет назад. Дик, что случилось? Он наткнулся на намадов, и они... Так, они собирались пустить прости, его чувак, себе на ужин. Я знаю, что это уловка и для меня. Я сейчас потрачу кучу патронов и всего. Конец связи. И, блин, нам опять сюда, Джон, кстати. Я слышал, ты сегодня столкнулся с каннибалами. Почему? Привет, ну... да, они хотели сожрать есть? Джереми Гиббонса. Это все, что я могу сказать. Боже правый. Это как секретная информация, поэтому... Я не понимаю.
Я не могу. Знаешь, как говорят, от анархии общество отделяет лишь запас еды на три. Так, там, возможно, нас сейчас встретят. И запасы наши уже дал. Подожди. Нас, возможно, там встретят не с объятиями. Спасибо, что парня вытащил. Я займу его делом. Может, сберегу его от одища еще хоть на какое-то время. Нас сейчас тут будут расстреливать уроды. Хорошо, Майк, тебе виднее. Отбой. Так, я пока еду, все хорошо. Так, пока не могу читать. Сейчас, секунду. Да, слушай, да, да. Это парень, так. Парень, подобрался? Не надо орать на него. Он немного не в себе, но жить будет. Так, еду. Ну, хорошо. Так, я буду, наверное, экономить. Так, так! Я буду экономить. Верю, верю. Смотрите, где-то вот здесь. Сейчас я еще раз посмотрю дорогу. Ну, скорее всего... Вот где синенькая. Или нет? Да. А, нет. Подожди. А это что такое? А, ну вот это место. Да, где синенькая Лёня. А сюда Лёня. Но это стрёмно, что здесь голубое пятно. Сейчас я посмотрю. Слушай, потому что это может быть ловушка. Мне вот интересно, он тебя зовёт, мэм? Да, ты откуда знаешь? Видите, что там пока, костер, блядь. Лагерь упокоителей. Вот гниды. Сука. Блядь, мне впадло. Пью. Ну да, в целом это очевидно, что это так. Да и вообще, мне просто нравится Москва больше, чем Питер, потому что Питер для меня очень депрессивный город, и там плохо. Он меня не заряжает. Блин, это очень странно. Сейчас я посмотрю, ребят, что это точно. Но вообще похоже на... Просто на лагерь, блин. Сейчас 16. По обе стороны между двумя скалами находится дерево. Воспользуйтесь трамплином на более высокой стороне, чтобы добраться. Да, вертолет там. Ну, наверное, нам придется замочить сначала всех. Окей. Блять, туман. Тихо. Я не буду изучать, что это. А я тут разве не забирала? По обе стороны камня. Блин, ща, ребят, это очень важно. Ну, прям супер импортант. По обе стороны камня, они сказали? По обе стороны дороги. Между скалами находится дерево. Да, нам еще идти. По обе стороны дороги. А где ты видишь две стороны дороги? Наверное, вот здесь, Лёнь. Вот. А может и нет. Ладно, похуй, давайте сначала убьем этих уродов. Стоп, нет, не сюда. Все сюда. Так, обойду, может быть, там? Светит он называется. Светит. Снайпер, снайпер, снайпер. Снайпер, снайпер, снайпер. Светит. Снайпер, снайпер. Блять. О, господи, вот это замес. Но может найдется у них тут что стоящее. Так, не могу читать. Никто не должен уйти. Жалкие насильники и убийцы. Блять, где же этот снайпер? О, блять. Тихо. Я, если что, тихо говорю самой себе, потому что мне сложно. Thank you.
Бля, там еще один снайпер ёбаный. Еще один ёбаный снайпер был. На нахуй! Псих. Идем. Я, конечно, блядь, не очень хороший заход тут выбрала. Сколько намадов вы уже перебили, а? Так, где-то там снайпер, экономим эти патрончики. Сколько их, интересно, там? Как думаете? Мне кажется, штук 20. Снайпер. Блять, интересно, откуда он? Тихо. Да мы не сгинули. Ебать, я метка. Единый разум. Ебать их тут, конечно. Просто трэш. Что это было? А вот еще. Yes. 20, реально, я угадала. Офигеть. Реально 20. Где-то здесь, короче, снайп. Я видела движение. Два. Блять, выходи! Вот. А нахуй? Вон он. Блять, иди сюда, сучка. Снайп. Не успела. О, ёпта, блядь. Так, он меня вроде не видел. Так, подожди, перезарядка. Сука, там с огромным оружием. Я не знаю, как я его убью. Ебать, я крутая. Просто мощь. Спасибо. Там огромный чел. Я его обязана убить снайперкой, потому что по-другому никак. Он за этим домом вонючим. Вот он. Ес, блядь. Так, у нас ноль, да? А сколько у нас... Ну, у нас осталось двое, по-моему, да? Ладно, все. Трое. Снайп вонючий. Yes. Откуда стреляли? Снайпер это плохо, потому что если он ёбнет... Гнида. Сейчас. Блядь, не могу найти его. Получается, снайпера ищем, да?
Или это... Это новая, кстати, миссия, я ее никогда не проходила. Прикольно. У меня, как обычно, знаете, мне лишь бы... О! Мне лишь бы побыстрее сюжет пройти. Это последний. Все. Вот. Больше и... вы уже никого о, не о, у них даже бункеры здесь есть, охуеть. Ну ладно. Короче, посмотрим, что я хотел сказать. В общем, я люблю побыстрее покойся пройти сюжет. И потом уже, конечно же, мне неинтересно проходить дополнительные миссии, потому что весь сюжет прошла, и какой смысл? Не могу проходить дополнительные миссии, потому что хочется пройти сюжет. Ой, спасибо, но это на самом деле здесь не совсем страшно было, поэтому... и поэтому, короче, вот так. Так. Где наша карта? Карта. Я здесь не испугалась ничего. Мне бесит, что игра лагает, я не знаю, что с этим делать. Сегодня, видимо, так вот. Почему-то. Опять нос чешется. Зажигательный болт. Зашибись. Это нам понадобится в... Напомните мне, пожалуйста, что когда мы будем мочить с вами толпу зомби, чтобы я взяла арбалет, потому что нам очень нужно... Нам очень нужно туда болты зажигательные поставить. О, Нер, видели, видели, видели. Где лестница? Мне надо будет туда допрыгнуть, да? Там так говорилось. Ну, сейчас я тогда все соберу. Пиздец, это был полный трэш. Медведи я помню. Но нет, самое жесткое это здоровые зомби. А чуть позже я вам немножко такой небольшой спойлер скажу. Чуть позже будет зараженный, сука, медведь. И это пиздец полный. Просто жесть. Это было очень тяжело. Вот. А вот здесь, кстати. Нам, получается, нужно... Нам, получается... Такое ощущение, как будто я уже туда заезжу. А как мне туда залезть? Подождите. Я сейчас просто смотрю. Вот самолет. Вот смотрите, там есть дорога. Между двумя дорогами написано было дерево. Вот это что ли, блядь? Да, это оно. Мне по нему надо пройти, прикинь. Капец полный. Сейчас. Я иду. Я иду. Так, идем медленнее. Я такое делаю впервые. Подожди. А, подождите, нет. Это не оно. Как мне туда залезть? Я думала, я сюда заберусь, да и все. Блять, и что мне вот делать? Посмотрю. По обе стороны дороги между двумя скалами находится дерево. Воспользуйтесь трамплином на более высокой стороне, чтобы допрыгнуть до разбившегося вертолета, где лежит инъектор. Трамплина? Ну, это точно про байк, конечно. Но это странно. Вам не кажется? Это очень странно. Откуда я возьму трамплин? Сейчас посмотрим. Ладно, беги. Сохранение. Садись. Залезай! Так, ну, сейчас проверим. Я сейчас просто посмотрю, как я это сделаю. А, ну вот. Вот же дорога, да. Блять, хуй знает. Ладно, давай пробовать. Я сохранилась, да? Заебись. С первого раза даже получилось. Офигеть просто. Это зашибись! Это потрясающе круто! На-на-на-на-на-на-на-на-на! Бери инъектор. Теперь, теперь у нас концентрация. Концентрация, да. Здоровье мы вообще не прокачиваем, собственно. Потому что...
Всего остального и так мало. И 10 тысяч не надо копить. Что не надо копить? А, на пение. Ну да. Ну да, я скажу вам, это нечестно с моей стороны. Ставить 10 тысяч на пение и пить. О, опять меня сюда зовет. Ладно, давай. Сейчас я тогда заправлю. Подождите. Мне не хватит. Почему я посещаю этот камень? Да потому что он нам опыт дает. Халявный. Нам ничего делать не надо. Так у нас прокачиваются навыки. То, что надо. Вот, я что-нибудь придумаю. Блин, меня бесит, что он, сука, лагает. Я же вроде нормальные настройки установила. Что тебе не нравится? А, блядь. У меня открыто другое приложение, которое мешает. Я что-то не посмотрю. Не посмотрю. А, подожди, нет. Это ОБС, блядь. Это не другое приложение. Может быть, у меня мало памяти? Ну-ка, очистим. Посмотрим. По-моему, нихуя не изменилось. Причем, да, лагает только игра. Варь. Бесит меня, сука. Так, нет, давай сразу перемещаемся сюда. А, нет, смотри, все. Или это немножко стало... А, нет, все равно лагает. Вонючий! Ну, ничего. Ну, ничего, ребят. 87 дней. А я думала, 17. Я думаю, нифига себе. Сколько у меня... О, у меня бензина еще дофига. Это плохая, конечно, идея. Сейчас же уже ночь, да? А, уже 4. Это хуёвая идея поехать сейчас на камень. Имея при этом пол бака бензина. Но, ладно, посмотрим. Я надеюсь, у меня было сохранение. Не надо на меня орать, я повторяю уже 300 раз. Уже в 4 часа столько зомбарей. Что-то новенькое обычно. Ебать, там медведь нахуй! О, блядь. Это была реально плохая идея. Сука. Спасибо большое. Спасибо, love you. Все, ладно. Нам намекнули на то, что нам нужно пойти на подзарядку, немножечко поспать. Это очень странно, что в 4 часа дня там дофига зомбарей. Я вроде их всех там замочила в этой области. А почему их так много, не знаю. Во, мне нравится вот так сердечко. Блять, слетело. Еще раз. Трудись давай. Есть. Я хотел с первого раза. Прекрати! А... Ну, я не виноват. Ты так, чё, блядь? С меня хватит. Ты чё, нахуй, блядь? Ты его чё пиздишь, сука? Ладно. Одеваюсь вообще. Из-за того, что я прихожу на съемку и сразу снимаю свою одежду, потому что... Спасибо, ну, в этом вся работа, как бы это ни звучало, нахуй. Вот. А на меня надевать другую одежду. И, собственно, мне нет смысла как-то одеваться. Вот. И я всегда еду, типа, с чуть-чуть влажной головой. И мне всегда надеваю капюшон. Потому что я, если надену шапку, у меня все сразу превратится в что-то приплюснутое. И поэтому я всегда ношу худи и штаны. И меня это бесит в последнее время, потому что раньше я так не одевалась. Но и раньше у меня не было такой прически, которую нужно оставлять немножко влажной, иначе будут слишком сухие кудряшки, и это будет не очень. Вот. Кстати, я сегодня очень медленно пью чай. Ой, там кто-то скулил. Кто-то маленький. Нам надо еще раз поспать, ребята. Все, бочка. Я так хочу собачку, на самом деле. Вот. Но мне, наверное, не надо заводить домой собаку, потому что, во-первых, сейчас время такое. Вот, а во-вторых... А во-вторых, вот с кем я ее оставлю? Ну вот захочется мне уехать, и что? Я не смогу ее оставлять одну. Она будет тут орать. Я уверена, что будут жаловаться соседи, потому что я когда в Питере еще жила, у меня соседи там завели маленькую собачку.
когда они, сука, уходили, она весь ебучий день орала. Это было ужасно, извините. У меня просто эмоции к этому очень большие. Вот. И он, ну, получается, там очень плохие стены. То есть там слышно даже, как вот я говорю. Там реально так слышно. Вот. И это было ужасно. В общем, только спустя, наверное, год... Она, может быть, привыкла к одиночеству, грубо говоря, и все, и перестала орать. С меня хватит. Нет, конечно, будет платье, наверное, да. Но на самом деле, да, платье. Если зима, то нет. Конечно же, нет. Хотя раньше, когда я была малой, я ходила на свидание в капроновых колготках, минус 20, и мне было вообще поебать. Пиздец, я сейчас не могу на улицу зимой выйти, ну, без, ну, того же капюшона, например. Вот, и у меня обычно трусы с начесом, значит, колготки 500 ден, плотные, теплые носки, потом штаны с начесом, и это если минус 10. Реально, мне очень холодно. Вот. Потому что, допустим, я не знаю, может быть, прошлая зима была настолько холодной. Но 2 года назад я не ощущала так сильно холод, как в прошлом году. В прошлом году пиздец, это был полный. Мне было очень холодно. Хотя я не гуляла, типа, знаете, там по 30 минут по улице, что мне становилось холодно. Просто выходишь на улицу и ледник. Ой, похибки. Я не знаю, дорогой мой, я не понимаю, почему. Привет. I don't fucking know. А... Все те же самые настройки. Наверное, нет смысла что-то... Но почему-то лагает. Говорить, ведь я теперь знаю, что ты... Я сейчас погляну кое-что. Что ты Убить. Не погибла, просто уже привычка. Хм. Просто... Сейчас, секундочку. Я приходил. А что мне интересно на интернет? А, нет, прячу. С тобой. И только благодаря Стрянно. Этому я и не спятил. Так что, короче. Стрянно. Спасибо. Ра-ра-ра. Ра-ра-ра. Сейчас, подождите, я кое-что смотрю здесь. Что там? Обручальное кольцо нашел? А, он его, наверное, там оставил. И что, неужели оно ни разу не упало? Я сейчас попробую интернет поменять. Сейчас, возможно, прервется, но... Давайте попробуем. Я все еще ожидаю. Ой... Какой красный квадрат у меня был сейчас. Ну-ка. Стало хуже, да? Да, вообще все красное. Просто ёбается мой компьютер с этого. Обратно, давай мне интернет, пожалуйста. Подождите. Да, вообще жестко лагает. Просто пиздец. Блять, тупой, сука. Ладно, компьютер не тупой, он хороший. Не надо так обсирать. Сейчас еще на попыточку. А, почему сама игра? Это не здесь, по-моему, да? Это, скорее всего, в самом компе... Ой, компе, господи, в этом... Это, скорее всего, в... А у меня стрим прервался, да? Наверное. Ладно. Это, скорее всего, в самом этом... как он называется? PlayStation, сейчас. Ну, вообще, у меня стояло 60 FPS. Сейчас смотрю. У меня стояло 60 FPS, и это непонятно почему.
Да, реально сучка вонючая. Сейчас сохранюсь. Сейчас, секундочку. Мини-пауза. Так, настройки. А, где это, блядь? А, система. Нет, подождите. Экраны видео, наверное. Экраны... Так, а вдруг там что-то секретное будет? Ну-ка, подождите, я не хочу это показывать. Сейчас. А что такое 1000... Давай 1800R. Так, подожди, проверить вывод. Разрешение, вот. Сейчас, ребят, мини-паузу. Сходите, пописывайте пока. Информация о видеовыходе. Вот, информация о видеовыходе. 1920 на 1080. 60 Гц. Не знаю, ГЦ это что такое. Ну или 60 FPS, наверное, все-таки. Сейчас. Вторая игра не может быть фоном открыта. Лёня. Сейчас. Давай затестим. Блять, это трэш какой-то реально. Я только избавилась, сука, от... От лагов, и они, блядь, опять появились. Вообще ужасно просто. Так, ладно, сейчас я отключу стрим и запущу с другими настройками. Давайте сейчас, секундочку.